подразделения армянских вооруженных сил, незаконно находящиеся в Карабахском регионе Азербайджана, возвращаются в Армению. Об этом заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. «Призывников из Армении в Карабахе больше не будет», отметил он в интервью «Арменпресс». Как уже мы сообщали, на днях президент Ильхам Алиев обвинил Минобороны России в невыполнении обещания по Карабаху. По его словам, Минобороны РФ не выполнила обещание обеспечить вывод армянских войск из Карабаха в соответствии с договоренностями от 10 ноября 2020 года. Президент Алиев отметил, несколько месяцев назад Баку посетил высокопоставленный чиновник Минобороны РФ, который пообещал, что этот пункт договора будет выполнен до июня. Но сегодня уже середина июля. Этот вопрос еще не решен. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.